Вот, друзья мои, Николай Михайлов, мой стариннейший друг, дорогой, родной мне человек, с которым у нас очень много было и по науке, и по практике. А Коленька, человек, который знает о физкультуре, не понаслышке, да? Точно. Ну, скажи, какая связь у тебя с физкультурой? Ну, я работаю в Институте естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета. Университет, да. Раньше этот институт назывался Педагогический институт физической культуры и спорта. А еще до этого я работал в Центральном российском университете физической культуры, спорта, туризма и работе с молодежью. Там работал. Проректор по науке. Да, по науке. Вы представляете, да? Самый крутой специалист. Остался в живых. Ну, он седой же, как я, видишь, седой. Но он, правда, худенький, а я такой толстенький. Это потому, что рубашки такие. Да. Посмотри, как у нас совпало сегодня. Ну. У тебя с полосами такие. Все правильно. Коля, скажи, вот мы сделали школу Homo Futurus, человек будущего, в интернете. И там у нас очень много людей самых интересных, и я тебя хотел о чем спросить. И там есть подростки, и там есть взрослые тети, и там есть девушки, юноши, которые... Мы что делаем? Мы там обучаем людей онлайн. Один раз в месяц обязательно традиционно мы проводим мини-особый онлайн-курс для всех желающих. И там человек может выходить в интернете, задавать вопрос какой-то. Например, как мне регулировать свое напряжение в любых обстоятельствах? Как мне настроиться на творчество? Как мне решить свою проблему? Или что угодно. Ну, и мы там должны прямо в эфире отвечаем на этот вопрос. У каждого свой вопрос. А больше они к тебе не приезжают? Вот как было раньше центр? Физически нет. Да. Нет. Дело в том, что центр уже закрыт несколько лет. Ну там из-за... Ну я в курсе. После этого аренду надо было платить. 7 миллионов рублей, это то, что я заработал лично, разъезжая по городам, занимаясь футбольной командой, с хоккейной командой, мне же личные деньги тоже были. 7 миллионов я там в аренду вложил, хотя у меня был некоммерческий центр. Я помню, да. Да, но никто, так сказать, из учредителей, там, Минздрав, МЧС, там, Минобразование, им не до этого было, никто не поддержал, центр закрыт. Да. Ну и сейчас не до этого, наверное. Ну, бог с ним. Так вот, это наша школа. У нас там такие есть люди, которые создают такие интересные совершенствования нашего метода ключ, идеи подают, и они уже, вот, допустим, болел человек чем-то, забыл про свое творчество, восстановился, опять начал заниматься творчеством. Вот этим мы, по существу, у нас полная реабилитация. То есть мы независимо от того, чем болеет человек, чем не болеет человек, чтобы он быстрее адаптировался к своему состоянию и перешел на уровень выше, чтобы он был творец, чтобы он созидал, создавал, делился с другими, ну, потому что сегодня, я думаю, нам не выжить, потому что... Выжить обязательно. Выжить обязательно, но для того, чтобы выжить, надо понимать, как, что кто созидает, тот не разрушает. А вот кто не созидает, тот разрушает. Тут я слушал группу «Цветы», вот сейчас у них будет юбилейный концерт, он говорит, у него песня есть: «Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом». Он говорит, и вот это счастье ко мне возвращается сейчас. То есть они сколько, 50 лет, по-моему, вместе. Вот сейчас у них будет концерт, и они заново восстанавливаются. Вот творчество как раз. Вот творчество. А ты знаешь, на что... На самом деле, я все время вспоминаю наш с тобой, вот твой центр, там, людей, которые к тебе приходили. На Таганке. На Таганке, ну что ты. Я сейчас студентам рассказываю о методе ключ, о синхрогимнастике. Вот не далее, как в субботу, у меня была группа магистрантов, я им показывал, что такое метод ключ, и рассказывал: ребята, вот если вы хотите управлять своим состоянием, то занимайтесь. А если не будете заниматься, то ничего у вас не выйдет. А Матвей выпустил учебник по синхрогимнастике и по методу ключ. Там есть глава целая, там несколько страниц с упражнениями, как производится... Петрович? Да, Матвей выпустил учебник,
в мае месяце этого года. По физической культуре. Да, по физической культуре для старших классов. А, понял, хорошо, я посмотрю. Для старших классов, да. Ну, мы же работаем в одном институте. Да. Ну, привет тогда от меня. Хоть на разных кафедрах. Но я, понимаешь, вот мы вроде бы как вот мой корпус здесь стоит, его через, ну, чуть ли рядом. А встречаться мы практически не встречаемся, потому что у нас расписание не совпадает. Да, он мне написал, что после апробации, после того, как на учительском совете города обсуждалось, после того, как это прошло все стандартные экспертизы, наконец в учебнике. Ну, ты представляешь, я в учебнике. Ну, отлично. Но это часть меня в учебнике, потому что большая часть метода-то еще не так вот не дана, она у меня... как изобретения, ну, патенты, помню, да. Да. Ну, ее знаю. Же надо дать. И вот у нас в школе «Человек будущего» есть уже такие вот участники, угу. которые на таком уровне, которые действительно на таком высоком уровне. Вот я тебе хочу сказать, во-первых, как наша школа вообще в мире нету, потому что мы за короткое время даем максимум информации и много полезного опыта. Там и обмен опытом и так далее. Вот. Но есть такие участники школы, просто удивительные. Я так горжусь нашей школой. Да-да, друзья, я передаю вам привет. Вот так. Потому что они некоторые вещи делать даже могут делать лучше, чем я. Ты представляешь? Ну, это потому, что они занимаются практикой, так, наверное, да? И теперь они мне пишут такие вещи, что... Вот, например, выбор профессии, развить у себя творческие качества, создать у себя новые навыки. И они смотрят разные выступления разных психологов, американских, нас и так далее, на разных больших площадках, там же по интернету. Ну да, 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 да. И они смотрят, и они мне пишут: «Господи, так везде же ключ, вот посмотрите, вот она там выступала 45 минут, такой зал огромный, она же ключ рассказывает, только другими словами». Да, потому что ключ у нас сформулирован в кратком выражении, простыми словами да, выражен, чтобы верно. Любой человек мог сразу понять. А там долго рассказывать, близко рассказывать, другие примеры, и везде ключ, как подобрать себе профессию, как подобрать себе упражнения. Ну, а ключ это и есть принцип подбора индивидуальных приемов, которые подходят лично тебе. Вот так, тебе подходят. Поэтому они сразу снимают напряжение и поднимают творческий тонус, потому что мозг у человека на самом деле творческий. Все правильно, я согласен. Да? Полностью. Потому что, не, ну я в данном случае, благодаря методу, я, ну, собственно, выжил. Слушай, потому ты что... мне помогал, а я тебе помогал. Да. 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 Поэтому как бы ситуация-то она все время как бы развивается. Да. Вот сейчас я двигаюсь к докторской диссертации, и обязательно вот те изменения, которые происходят сейчас же, надо людей учить новым компетенциям в мире цифровизации, туда-сюда, 50. Я говорю, ребята, у нас уже все есть. Поэтому я спокоен. И, в общем-то, вот то, что мы с тобой писали тогда, помнишь, в спортивном психологе. Да, да, да. Рудиковские чтения. Да, да, да. Рудиковские да, да. чтения. Слушай, очень много у тебя статей там по в принципе, стрессу. Да, 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 да. По стрессу. Но мы и ключ применяли для того, Коломне, чтобы... Да, да, да. В общем-то, выступали с этим. Да. Ну, да. Чего говорить, будем продолжать это просто все. Я одно время не очень занимался этим, потому что приходилось, вот меня директор опять попросил быть его замом по науке, и мне пришлось вот все опять заниматься этим. Слушайте, друзья, короче говоря, я вас познакомил с Николаем. Это мой друг, вопросы какие-то у вас будут, вы, пожалуйста. Михайлову, там ты дашь свой какой-нибудь телефон, конечно. Может быть, ну, или у тебя ты прячешься есть... там, нет? Да, зачем не, прятаться? Ну, мало ли что, может, не просто... хочется тебя отвлекаться от твоей докторской диссертации. Я хочу сказать такую вещь. Дело в том, что я не сижу в этих сетях, потому что это гиблое дело. Тогда некогда заниматься наукой и всем остальным в том числе. Понятно. Поэтому я занимаюсь чем? Ну, мой адрес есть у тебя. Ну, все, все. Электронный и так далее, ради бога. До встречи, друзья, в школе Homo Futurus. До встречи. А твоим студентам всем от нашей школы привет, вашей школе.
Обязательно. Все мы запишем, да. И как-нибудь пошлешь привет моему директору, да. И там мы развернем деятельность как надо. Давай, давай. До встречи. Да, до встречи.